Вице-президент социальной сети Facebook и экс-президент электронной платежной системы PayPal пополнил состав команды Coinbase. В совет директоров онлайн-платформы для покупки, продажи, передачи и хранения цифровой валюты вошел Дэвид Маркус. В новой должности Маркус будет заниматься разработкой инноваций для использования их в работе мобильных устройств. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал: «Знания и опыт Дэвида окажут неоценимую помощь Coinbase в создании нового спектра возможностей для клиентов по всему миру и позволят сделать финансовую систему по-настоящему открытой».